Всем доброе утро, мы пошли завтракать. Сегодня у нас холодильник. А почему не починили? Почему это так было? Ой, я не знаю, Слав. Мы пошли на завтрак. Сегодня все долго спали. Вот. Сели завтра. Хлеб мне не надо, хлеб. А? Не надо хлеб мне. У нас сегодня каша взять. Овсяная. У всех. И булочка, кстати, такая булочка вкусная. Вчера брали. А сколько овсянка стоит? Много ее? Ну, недорогая, она чуть на 480 рублей вышла. Блин, сколько такая? 120. А, 60 рублей. 60 рублей, ага. Много дефир. Пшеничная каша. Опять а потому что я тебе сок беру, ты его не пьешь. Что такое? Пустая, я брала кашу. Чихол. Ну как, какая каша? Кушай давай, чтобы быть сильным, чтобы купаться в бассейне. Нужно кушать кашу. Ну съешь все. Я сейчас должен весь. Ну кушай давай. Погода у нас вообще испортилась. Дождь на улице. Уже четвертый день дождь. Где тут после дождей размывает? Ха-ха. Сидеть. Море сегодня спокойное, зато погоды нет. Капец. Море вообще спокойное. Да холодина сегодня. Да после дождей так, видишь, размывает. Вода так делала, да. Вот как вот море спокойное, как никто не купается, сегодня холодина такая, как вот купаться идти? Все, короче, море, сегодня море более-менее спокойное, зато после дождей грязно и прохладно все. Но сейчас хоть уходим в рукушки еще, побережье гуляем, воздухом дышим морским. Не понял. Я так маленько носку слышу. Фига жесть. О, утром сюда ходили, вообще спокойно. Ярослав, кто здесь? Вот наш обед с Ярославом. Суп куриный, пюре с говядиной, хлебушек и салатик оливье. И чай. Одни с нас ушел куда через дорогу лагман кушать. Ты сказал, тебе не надо хлеб. Ну что, сам будешь суп есть? Или покормить? Кстати, лапшу я вчера брала, мне понравилось. Вкусный супчик. У нас вышло здесь на 400 рублей. 444 рубля. Лапша стоит 95 рублей. А у Дениса вышло 380 у него вышло. Короче, вот такая вот у нас, такой обед на двоих. Понравилось Ярику здесь прыгать. Он каждый день сейчас заходит. 5 минут 200 рублей. Мороженое. Какое тебе? Сливочное, шоколадное? Давай сливочное, да? Закажи еще одно. Для оплаты заказать следуйте инструкциям на экране терминала. Вы мне понравились, сделаю вам порцию побольше. Андрей сейчас будет сделать. Это в работе.
Ну, уже готовим ваш заказ. Смотри, что будет делать. Ложечки для мороженого находятся возле окна выдачи. Ну, посмотри, она тебе сделала сейчас. Смотри. Не видел таких приколов? Смотри, баночка берет. Столько людей хотят купить мороженое, но у меня для всех хватит. Возьмите еще одну порцию и задавайте мне вопросы. Не бойтесь, ничего не слипнется. Все, что ли? Тихо, аккуратно только. Не подходи туда близко. Кай. Белочка бегает. Вчера бегала. Сегодня... Надо было орешки купить. Покормить ее. Да какая она. Ну, там же роет. Видишь, ямку куда прячет, наверное, орешки. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Видишь, там что-то роет. Видишь? Да. Бабы выпадают. Да какая она. Присядь. Она к нам бежит. Орешки, видишь, прячет за щечки. А как ее позвать? Да никак, она сама придет. Там был орешек купить. Видишь, там прячет она в норку. Который день уже белый тюбис наблюдаем. А давай пойдем поближе. Смотри, какая она как стала. Не, она испугается. Видишь, какая она? Полный рот у нее орехов, видишь? У нее рот открыт даже. А если ее позвать так? Да не, она так не придет. Видишь, она какая. А как пожевать ее? Видишь, орешки прячет. Да. Чего так долго? Они не уходят? Угу. Ковка. Не пугай. О, там болото. Там сыро, видишь как? Там какая. Мы, короче, сходили на рынок, тут местный, купили мармеладки на развес. На, папа тебе откроет. Давай. Купили рахат лувкум, или как он на правильном. Вроде так немного, но он такой тяжеленький. У меня это вышло на 900 рублей, вот эти мармеладки и вот это. Вроде есть нечего, 900 рублей. Там для детей всяких приколюх столько много. Вон. Я пока же не буду кушать, всякие. И свежие? Всякие. И вот эти, тут и с орехами, и без всякие, фруктовые. В общем, вот. В поезд купили еды, потом попозже покажу обзор, как буду чемодан собирать. Завтра уже уезжаем. Короче, вот такие вот вкусняшки. Вот эти вот, наверное, они такие, кстати, мягкие-мягкие прям. А нам показать бутылку? Все вкусные. Мама, мягкие? Угу. С грецким орехом. Будет не твой? Что? Вкусно вообще. Давай кашу попробую. Бери. А вот. Мы взяли, подожди, мы же не понял, мы взяли домой или мы взяли сейчас съесть? Да, вкусно. Ты какой взяла? Я взяла всех по две. Мама, это что, большая бутылка? Угу. Всех по 2000 рублей, да? 900 рублей, на этом месте с мармеладком. Все бомба. Вкусные, такие свежие, мягкие. Вкусные, конечно. Да не только что у нас продают, у нас уже сухари продают. Кашля. Угу. А что ты сел? Будешь доедать? Или домой повезем? Съем? Потом даем. Денису не зашла она. На любителя, говорит. Все. Покупаем продукты в поезд. 3 дня ехать. Дорогая?
3 дня ехать. Надо что-то взять похавать. Юля покупает. Здесь, кстати, магнит. Здесь постоянно все полки сметены. Все обычно, как сказать. Большой поток людей, все съедено. Все раскуплено. Что решила-то? Я не знаю, ну взять одну, попробуем открыть. Что они все бегут по вашей. Ты какую хочешь взять? Ну одну индейку, это что она, показать-то мне, я же еще кое-что покупала. Купили, короче, еще гранат домой. Такой вот. На 100 рублей вышел. Гранат. Потом купила Ярославу такой костюмчик. Шортики с футболочкой. Катя, слушай, такой хорошенькая. Так. Сделано в России. Типа шорты и вот такая футболочка. Синенькая взяла. Видел? О, видел. Такой вот костюм взяла. О, хороший. И такой это качество, плотный. Потом взяли, я купила, вернее, такой чехол на паспорт натуральной кожи, все. Такой вот. 1000 стоит, блин. И, ну, видишь. И на подарок это чай купили. Такие в пакетиках. В общем, вот. Купили сыр домой. С грецким орехом и с чем осталось, паприки. Такой вот свежайший, говорит, прямо наисвежайший. Не знаю. Ну вот мы бумагу пергаментную замотали. В прошлый раз так же возили, довезли. Ну что, я думаю, надо не оставать. Мы сходили, поужинали, сейчас пришли. Сейчас будем чемоданы собирать. Ты будешь помогать? Не, я не хочу. А что? Ну, хочу помогать. Ты сама разберешься, что вдвоем это. Не было, так сказать. Mm-hmm. Ну, в общем, вот, сырок купили сейчас на половину. Лайм купили, да? Ну, mm-hmm. Чай дома. С лаймом пить. С мультики. Строитель вон опять настал. Ты за все строишь? Аквапарк. Аквапарк он строит. Это машина, это площадка просто. А здесь я больше до больших. Все понятно. Здесь все понятно. Я покажу, что я люблю. Короче, сейчас у нас только это, все надо собирать. Я сейчас туда положу, а не просто мне мешать. Но... Я тебе не буду мешать? Нет, я просто машину не сразу. Не знаю, как мы это все потащим, у нас тут целый аквапарк, автопарк. Собираю, в общем, чемоданы, ничего не влазит. Сейчас рюкзак собираю с едой. Что-то пюре мало, мне кажется, взяли. Что, 2, 4, 6, 7 банок пюре. Плюс 4 вермишельки. Каша овсяная на завтрак. Такая вот. Плюс, что у нас еще, паштеты тут остались. Кофе. Взяли вот такую вот индейку. Блин, не открывается. Сколько больше магазинов, нигде с открывашкой не нашли. К чаю там печеньки, сухарики, бананы, чай. И у нас еще помидорка краснеет, осталось. Блин, что там? Туда мы, конечно, больше брали еды. Что мало как-то, наверное. Сейчас посмотрим, может, что докуп... А, у нас еще колбаса в холодильнике с сыром. Хлеб еще не купили. Все своими делами заняты. Одна мама... Чемодан собирают, предъявили. В общем, все, собираемся уже домой. Мама, дай банан.